Сегодня приготовим блинчики в азиатском стиле. Возьми одну головку красного лука и нарезай большими кусочками. Затем возьми один большой гриб, сними кожицу и нарежь квадратиками. Добавь красный перец, мелко нарезанный кубиками. Зеленый лук также мелко нарезай. Затем добавь ростки фасоли. Смешай в миске креветки и немного перца. Нагрей масло в сковородке. Добавь лук и грибы и перемешай их. Добавь немного китайских специй, соевого соуса и меда. Перемешивай. Готовим тесто для блина. Добавь муку, пищевую соду, чесночную соль и немного молока. Добавь яйцо и взбей, пока не получится однородное тесто. Выложи тесто на сковородку и добавь креветочную смесь, лук и грибы, которые вы приготовили ранее. Поджаривай блинчик до готовности несколько минут.